нос, твои теплые губы. Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Ну, конечно, уверен. Всем огромный привет, я Демиан Волков, и этот выпуск я проведу без одежды. И это шутка. Еще раз всем здрасте. Сегодня я поддержал тут челлендж. Или это не челлендж? Меня уже сильно так запутали, что же делать? Опять будем угадывать возраст. Но насколько я заметил, а я замечаю часто. Да. Все угадывают возраст девушек. Почему-то никто не пробует сделать это с парнями. Мы отобрали фотографии парней. Как отобрали? Нашли сайт. Сейчас будем угадывать возраст уже их. Да! Их возраст! Их не. Давайте попробуем. Это будет интересно, это будет круто. Если это видео наберет много лайков, следующий выпуск я проведу без футболки. Так, погнали! Я надеюсь, меня смотрит больше девочек, чем мальчиков, поэтому эта тема будет актуальна, да? Ага. Полетели. Так, ну, что я могу сказать? Будет очень непонятно, если я начну перечислять крутые черты лица у парней, поэтому давайте как-то ближе к делу переходить. Так, что мы видим? Пустобровый хлопец. Ну сколько ему лет дам? Ну блин, выглядит он достаточно таки взросло. Кадык еще вот такой, что можно открывать консервы. Думаю, года 22. Блин, на 17 лет он реально не выглядит. Ну хотя, блин, это ж не девочка, которая наштукатурила. О, это мой уже Кент, потому что скулы есть. Брутальный такой внешний вид. Чичи, Сига, ну раскурит, хотя у нас курит вообще с лет 13, поэтому как бы это не показатель. Что я могу сказать? Но я думаю, ему лет 18, ну 20. 18-20, я думаю, ни больше, ни меньше. Давайте ни вам, ни мне 19. 27? Да ну, это же, блин, это ты где так? Как, дай бог, чтоб я в 27 лет так выглядел, это реально очень круто. Офигеть, круто очень. Ну, блин, не круто то, что я уже... То, что я ни черта не угадал. А вот это, знаете, кого мне напоминает? Он мне напоминает из сериала «Волчонок». У него какая-то такая египетская внешность, он как будто как фараон. Только не этот наш, вот этот. Такой здоровый, накачанный, лицо такое, да? Утюг такой, как будто кирпичом прибили. На ворону чем-то похож. На Джеральда из «Эй, Арнольд», вот. Только когда уже типа возмужал. На старшего брата, наверное, даже. Наверное, 22. Пускай будет 22. Как? Так можно выглядеть в 17 лет? Он здоровый, как конь. Конь. Как можно выглядеть в 17 лет вот так? Это, подождите, это в каком? На первом курсе должен быть или в 11 классе? У нас хулиганы выглядели в 11 классе, я не знаю, как пирожки воровать. Ну, то есть, вообще, дрыщи такие. Тут такая машина, он всех нас разогнал. Самый обычный парень, я не знаю, самая обычная фотография. Тут, наверное, какой-то очень крутой подвох должен быть, потому что внешность у него самая обычная. Блин, ну, я не знаю. Ну, пусть будет... Ну, 18. 34 года! 34 года! Вы прикалываете? Вы посмотрите! 34 года! Он выглядит, ну, может, чуть-чуть старше, чем я. Офигеть просто. Жесть, просто. Вот я знал, что здесь будет какой-то крутой подвох. О, ну это уже какой-то медведь. Огромнейший. Такой именно, да? Балу. Я не знаю, сколько ему лет дать. Качела. Спартанец. Сколько тебе лет дать-то? Ну пусть будет 21. 22. Вообще, это сдурить, я почти ни черта не угадываю. Кобыла, как можно, вот 18 лет, вот, я теперь не удивляюсь, почему в американских сериалах постоянно бал вот такой вот, а ему 16 лет, типа, я говорю, блин, посмотрите на их школьников и на наших, это же вообще разница какая. Я такого никогда не понимал, это сейчас, типа, круто, модно, сильно, молодежно, но я этого не понимаю, поэтому для меня это маразм. Это выглядит убожески, просто жесть. Ну, я ему дам лет 20. 14 лет, ну это не судьба, чтобы я хоть сегодня выиграл, потому что угадыванием возраста у меня чего-то не слаживается. Я удивлен крайне. О, крутая внешность, реально классная внешность у пацана. Видно, что европеец. Давайте, методом дедукции. Ну кроме того, что он в джунглях и то, что он Тарзан, что я могу тут понять? Ничего, лет 20 дам. Ты шаришь, братан? Подруга, сестра, Кент мой, ты шаришь, кто тут победитель? Да, я угадал. Да. О, я не знаю, мне кажется, что мы даже чем-то похожи. Напишите обязательно в комментариях, похожи мы или нет. Потому что мне кажется, что да. А может быть и нет, но, блин. Ну, подросток, лет 19. Что-то у него за лампа на заднем плане. Ладно, не суть. 19 лет. Да, 19 лет. Почему в начале видео так не слаживается? Если бы все в начале сложилось так, что я выигрываю, я бы уже с другим настроем выигрывал дальше. Я в этом уверен. Так. Это
мне кажется, вообще фотошоп. Ну, давайте перейдем к сути. Я сейчас завтыкаю просто. Так, что это за маленький Little Schwarzenegger? Это что, вот здесь? Вот давай, помочка, барсук, я не знаю, сколько ему лет дать. Ну, пускай будет, ну, 15 лет, я не знаю. 16. Ну, год разницы, можно же засчитать за то, что я все-таки угадал, да? Ладно, я 2 угадал всего лишь. И последний. Ну, это что за хомяк какой-то? Ну, вообще, соло такой. Я понимаю, что сейчас тут все девочки потекли, да? Образовался Нил или даже Миссисипи, если в разностороннем понятии. Так, он мне вообще напоминает какого-то бурундука, я не знаю. Енота, вот енота точно. Ну, блин, я не знаю, сколько ему лет. 23 где-то. Да, 23 года, я думаю. 21. Я был близок в конце вот вообще. 2 из 10 я угадал, ну что поделать. Такая лайф. Короче, если вам понравилось это видео, натуре понравилось, ставьте огромные пальцы вверх. Ну не жадничайте, а. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Потому что чем вас больше, тем я больше стараюсь. Знаю, что большая ответственность, прямо как говорил Питеру Паркеру его дядя. Чем больше сила, а у меня в моем случае чем больше аудитория, тем больше ответственность. Поэтому я жду вас на своем канале. Всем удачи, улыбайтесь и любите свою бабушку. Goodbye. Goodbye, my lava. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла Лоу, неземная Лейла Лоу. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас?